Игрок, обладающий одним из лучших процентов по реализации трехочковых, открытым. И счет открывают. Открывают. Атланта. Плотно защищается против них Атланта. Ой, какая хорошая передача под кольцо. Бэкдор заходит. Игрок и забивает 2 очка. 2 минуты прошло с начала четверти. Первый бросок. Там. 3-2 счет. Первый бросок. Там. Врывается. И 2 очка достаточно легко забивает Малахова. Серия передач Мартьенкова на Малахову. Малахова 2+1. И пол получает 3. Атланта, Атланта, что будет делать? Черных. Эй, заряжено. Ой-ой-ой-ой-ой, какое празднование. Атланта 3, 4 команды. 4 команды пол у Атланты. Малахова. Ой, какой бросок. Она забивает. Не ожидал я, что этот мяч сейчас залетит в корзину, но... Борьба. Покровская. Малахова. Не она. Рада я отпраздновал бросок. Мячом. 2,5 минуты до конца четверти. Гущина 2 очка отсчитала я. 9-12 счет. Машненкова. Флоутер. 2 очка забивает. Три. В движении. Или два. Два. Два все-таки. Ой. Что это? Машненкова забивает 2 очка. Хороший размен. Гущина. 2 очка забивает. Малахова. 2+1. Отправляется Малахова. Бросать штрафные. Замечательно, красиво получилось. Кроссовер как уходит на скорости. Передача под кольцо и... Да, 2 очка есть. Забивает Власова. Тайм-аут. Бросок. Власова. Малахова. Спин-мув. С каким контактом диким забивает. Передача под кольцо какая. И 2 очка забивает Останина. Трапных. Останем первый штрафной там. Промах. Пинкова. Только сказал и тут же забивает. Мне, может, каждого игрока сейчас называть, чтобы было больше забитых. Два очка. Забивает Костюкова. Итог один и тот же. Первый срок. Там. Останина. Второй. 2 из 2. И Жилин мяч достался. Из-под кольца. Забивает легко, достаточно. Нижецкая. Второй бросок. Попадает. 29-21. Итоговый счет первой половины. Посмотрим, что. Корнер. Костюкова. 2. Забивает. Что будет делать? Не ведутся в этот раз. Айверсон. Кросс. Костюкова. 2 очка. Заступает игрок.
Станина. Я прям слышу, как они ногтями бьются друг от друга. Оу, степбэк, три! Эй, два очка от Малаховой, по-моему. Никуда, обидно очень. Да-да-да. Опа, Черных! Туда ее! Что будет делать? Передача в бинг. Из нога разворот и... Там! Лушина забивает. Постепенно начинают... ...са третьей четверти. Брусочек. Воу. Эмоушен. И открытое. Два забивает. Третьей четверти. Три. 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 Что три? Что три? 34. Наверное, это я хотел сказать. И два из двух забивает Костюкова. А, будет ли скидка на нее? Люпунова три. Нет. Фейк. Проходит. Два очка забивает. Отлично. Зимина. Зимина врывается. И два. Кто бы если случайно забили? Я скажу, я включу время. Первый, Лушина. Счет, 10 очков разница между командами. Костюкова с мячом. Что будет? Передача. Зелена. Уходит. 7 очков разницы. Спокойно разыгрывают Либерти. Не нужно им торопиться. Липунова с мячом. Пол. Фух, какой матч. Бросок. И там забивает остальные. Своеобразные три очка. Они уже забивают. Ай, с мячом Жилина. И в никуда. Заключительная минута этого матча. 39-51 счет. На 12 очков впереди. Команда Либерти. Подбор отгущенный. И Люпунова. Как громко. Если я уйду с проблемами со слухом с этого матча, я расстроюсь. Это круто. Люпунова. Второй технический. Липунова. Тоже там. Мячом от... Ой! Красиво было. С двух метров, даже трех, по-моему. Липунова с мячом. Будет отвечать.